Земельные участки свободны, и все граждане, которые имеют трех и более детей, и которые стоят на учете, могут спокойно подойти в МФЦ и написать там заявление о предоставлении земельного участка. Согласно действующему законодательству, сейчас по истечении 20-дневного срока с момента публикации, любой стоящий на очереди гражданин приходит, пишет заявление, и он, первый написавший заявление на этот участок, его и получит. Независимо от того, стоит он на очереди 5-й или 350-й. В настоящее время у нас свободные земельные участки в Банабалке, в поселке Виноградном, в поселке Суворово-Черкесский, в поселке Уташ, в селе Джигин. Никаких документов для граждан, которые стоят на учете, не нужно, кроме заявления и копии паспорта.